Всем доброе утро! Сегодня буду проводить испытание того сыра, который я приготовила вчера. На разогретую сковороду маслица кладу сливочное. Буду укладывать мой сыр а-ля адыгейский, домашний, из магазинного молока. И будем смотреть, как он же себя поведет на сковороде. Адыгейский сыр, который я покупала в магазине всегда, очень хорош. Вот в таком варианте с яйцом. Ничего сегодня не буду добавлять. Просто будет у меня сыр и яйцо. Внимательно понаблюдаем, как он будет себя вести. Хочу поджарить его побольше и посмотреть. Очень даже мне нравится. Видите, даже одной вилкой получается очень даже неплохо. Все перед вами. Все повороты, развороты. Сыр хорошо держится, не крошится. Просто шикарный вариант. Смотрите, какая красота. Красота. Поджарится немножко с другой стороны и буду заливать мой сырок яйцом. Раз, два и три яйца. Красота! Что у нас тут получается? Вкуснота. Вот такой сыр. Ну-ка, вкусно, нет? Конечно, вкусно. Нисколько не хуже, чем адыгейский сыр, купленный в магазине. Такая красота. Красота! Вкусно! Готовьте домашний сыр из городского молока.